День. И по традиции я начинаю представление с бойца в синем углу октагона. Ему 19 лет, и его рост 170 сантиметров. Между прочим, 19 лет Сулейманову, а вот Шербаеву всего лишь 18. Два бойца-любителя без профессионального рекорда, скажем так. Ну и как раз таки первая атака Сулейманова. Будет пытаться перевести в паттер, провести тейкдаун Сулейманов. Шимбаев отлично защищается, но прихватывает шею своего оппонента. Но вряд ли здесь, конечно, сможет с этой позиции провести удушающий прием. Снова Сулейманов пытается провести тейкдаун, но он здесь очень хорошо стоит на ногах. Кадырбек Шимбаев. Первая минута позади. За счет зацепа пытается сделать Сулейманов. Перевод в партер. Останавливает эту попытку проведения тейкдауна боец из Уральска. И сам теперь прижимает своего оппонента к сетке октагона, разрывает дистанцию. Отличная работа от Шимбаева. И идет вперед со своей комбинацией, со своей серии. Шимбаев бросается в ноги в попытке проведения тейкдауна. Сулейманов снова хорошо стоит на ногах. Кадырбек. Прижимает сетки октагона. Минута остается до окончания первого раунда. И пока что те намерения, которые пытается реализовать Сулейманов, а именно перевести бой на канвас октагон, не увенчались успехом. Снова останавливает эту попытку проведения тейкдауна Шимбаев. Снова за счет зацепа пытается сделать это. Мал один. Да, прихватил за сетку, было, конечно же. Именно это, скорее всего, остановило его, но все-таки перевод оформляет. 10 секунд до окончания первого раунда. Пытается выйти на рычаг. Кадырбек Шимбаев, но времени вряд ли хватит. За счет этого тейкдауна Сулейманов Джамалдин, скорее всего, забирает первый раунд. Женгельский аппарат, тактика был в шоу объемку. Игорь Шрам. А яхта Женгель. Хаймулдай Шинбаев. Жег. Раз. И Сингрид Кирсек. Далее сажал Астрали Рубирек. Алла. Сулейманов. Жамал один қазір тарда жақында қамыз. Я айтып үлгерген жоқпын, аяқ қамтылды. Дәл осыны Шынбаев күткенде болу керек. Сәл ғана жақын қалды қазір. Қарсыласын жерден көтеріп алуға. Қорғаныста әзірше өте жақсы қимылдауда. Қадырбек, бірақ қалай дегенмен Сулеймановты қарсыласын өзінің арқасына шығарып алуға да жақын қалды.
қалай дегенмен қазір ресейлік спортшы өте ыңғайлы позицияда шабуылдауға болады. Толықтай қадағаламаса да шабуылдауға мүмкіншілік бар. Орал спортшысы әрине қазір тек қана қорғаныс ойлауға мәжбүр. Міне көрдіңіздер ме, Земен бірден қарсыласының санынан соққы жасауда. Міне тым болмағанда осындай шабуылдауды жасауға болады. Ал Қадырбектің әзірше шабуылдауға еш мүмкіншілігі жоқ. Тек қана қорғаныс ойлау керек. Қарсыласының құшағынан шыққаны бар шабуылдауға мүмкіншілік алады. Физикалық тұрғыдан басымдық бар әрине Сулейманов. Соны қазір өте жақсы қолдануда. Өте жақсы. Бір аяққа көшті. Сулейманов. Бірде бір сантиметр кеңістік бермейді қарсыласына. Басып отырып әрдайым күрестің арқасында жеңіске жетуге тырысатын болады. Ақтөбенің торын ұстауға болмайды. Рефери ескерту беріп отыр қазір қазақстандық спортшыға. Өте жақсы позиция. Раундтың соңына қарай шабуылдап көру керек. Аяқ ұстайды ма? Қадырбаев не ойластырды бұл жерден? Мойынға көшті. Жоқ. Шпұрыш аяқпен жасап көруге болады, бірақ уақыт жеткіліксіз. Соққы жаудыру керек. Барлығы дұрыс. Әрине. Барлығы дұрыс. Соққы жаудыру алу керек. Барынша көп соққы жаудыру керек. Қазір Шынбаевтың мақсаты, ойы тек қана осыда болу керек. Өте жақсы. Бір ғана тейкдаунның кесірінен керемет. Қазір үшінші раундта функционалдық дайындық ең алдымен алғашқа. Және дәл осы функционалдық дайындыққа келетін болсақ, Сулейманов Джамалединнің дайындығы сыр берген сияқты. Қазір де көріп отырмыз, өз бұрышында өте ауыр демалып отыр. Және жаңағы тейкдаунға қалай түскенін ескерсеңіздер, бұл жігіттің біраз шаршап қалғанын байқап отыр. Үшінші раундта дәл бұлай күресе алмайды. Бұл анық нәрсе. Сондықтан қазір қуаныш Шынбаев Қадырбек кешіңіздер, барынша бұл раундта уақытынан бұрын жеңіске жетуге тырысу керек. Третий заключительный раунд этого противостояния. Сулейманов, Джамаладдин и Шымбаев. Қадырбек. Қадырбек во втором раунде продемонстрировал нам тотальное доминирование. Прямо сейчас несколько точных ударов от Қадырбека. Снова попытка проведения тейкдауна. Уже из последних сил пытается оформить этот перевод Джамаладдин. Не знаю, на что надеется попытка этого тейкдауна Джамаладдин. За счет вот этих всех попыток и за счет того, как Қадырбек останавливал эти попытки в первом раунде, на мой взгляд, Джамаладдин устал. Иссякли силы. Иссякает, по крайней мере. Ну, пусть слишком, кажется, опрометчиво. Слишком опрометчиво, кажется, бросается в ноги Джамаладдин. Қадырбек это видит и без особых проблем защищается. Снова! Тогда точно такой же был на втором раунде. Две минуты остается до окончания третьего раунда. Да, понимает Сулейманов, что равность сейчас, возможно, счет по раундам. Первый раунд за Джамаладдином, второй раунд за Қадырбеком, безусловно. Вот третий, конечно же, должен забирать. Забирает позицию бэкмаунта. Ну и справедливости ради скажем, что и Қадырбек также устал. В любом случае, очень плотный поединок мы с вами наблюдали. Действительно,
равный по своему уровню спортсмен. Недоволен там был Сулейманов. До сих пор чем-то недоволен, не совсем понятно, что происходит. Минута остается. Если Джамаладдин на эту минуту продержит своего оппонента в такой позиции, сложно будет, конечно же, Хадрибеку. Но вот Хадрибек теперь встает на ноги. Разворачивается лицо, оказывается в карте своего оппонента. Все понятно, нужно бить сейчас, нужно наносить удары. Что он делает? Шибаев пытается улучшить свою позицию. Затем Мал. Здесь, конечно же, ситуация кардинально меняется. Особенно в третьем раунде. Вот это как раз-таки концовка, 20-секундная. Этого боя мог решить исход всего поединка. Заправляет ноги, забирает Бэкман. Наносит удары со спины. Будет ли выходить на удушающий прием? Рискованно, конечно же. Можно потерять позицию. Но, тем не менее, позицию удерживает. Да, устал. И бой заканчивается. Все в официальном нарушении судьи. Следующий бой с Игорем Ильичем. Судьи с Игорем подсчитывают баллы. Сонымен төрешілердің шешімі. Уважаемые дамы и господа, решение судей. Победу в этом поединке раздельным решением судей одержал боец в красном углу Кадырбек Шынбаев, Казахстан, ура! Екеу кешіңіздер, біреуі ресейлік спортшының жеңімпаз деп танып отыр. Керемет жұмыс атқарып шықты отандасыңыз. Осылайша, әуесқой арасындағы екінші жұпты өз жекпе-жегін аяқтады, біз үшінші жұпты күтеміз. Дамы и господа, напомню, что у нас идет прямая трансляция на несколько телеканалов.